Привет, молодежь! Меня зовут Никита Дудкин. Я являюсь сценаристом, режиссером и продюсером компании «Творческое объединение номер 73». Мы с моей командой снимаем короткометражные фильмы и различные интернет-проекты в нашем городе. В прошлом году мне посчастливилось попасть на форум «Таврида», где я познакомился с огромным количеством творческой молодежи, пообщался с крутыми наставниками и просто круто провел свое время. Если вам выпадет такая возможность, обязательно поучаствуйте в любом российском форуме. Также я хочу поздравить вас с Днем молодежи и пожелать, чтобы ваши идеи обязательно реализовывались. Самое главное помнить – ваши задумки в ваших руках. С праздником, молодежь!